Здравствуйте, джентльмены. И сегодня мы продолжаем наше приключение в Зельде. В прошлой части мы встретили какую-то зельдоподобную женщину. Мы с ней поговорили, она нас заставила идти спасать мир. Что, собственно, мы не будем делать. Нет, я хотел сюда пройти. Вот, блин, короче. Дело в том, то, что там в городе еще должны быть некоторые ништяки, которые я хочу забрать. Но видите, в чем дело. Ворот закрыт, теперь я туда не пройду, пока не наступит зелень, как это называется, весна, нет, не весна, это называется днем. А пока мне придется тут сражаться, победитель по жизни, вот тут и стой. Смотрите, лох какой, что ты мне сделаешь, мне? Все, лайфхак по жизни, все отлично. Сейчас мы пойдем в тир. Вот, собственно, тир, отлично. Так, опять кружочек не на полный экран. Чё ты тут пишешь? Тир, 20 рупий за одну игру. Нужно попасть 10 мишеней за 15 выстрелов. За 10 попаданий вы получите главный приз. За 8 попаданий вас ждет одна бесплатная игра. 7 и менее попаданий. Конец игры! Правила игры, не заходить за ограждение. Второе, не стрелять в посетителей, но это гарантировать не могу. Громко, алло. Хочешь сыграть? Одна игра стоит 20 рупий. Сохранимся? Да. Отлично, это игра для настоящих мужчин. У тебя есть 15 выстрелов на то, чтобы поразить 10 мишеней. Нажми кнопку Б, чтобы приготовиться и отпусти ее, чтобы выстрелить. Ты готов поразить все мишени? Тогда вперед, удачи! Давай, мочить всех козлов. Так... А, блин, я забыл, как стрелять. О, представьте себе, что нужно быть очень аккуратным в этом плане. Попал. Нет, нет, стоять. Чёртово управление, оно кривое, я не виноват. Ой, я чувствую это надолго. Ну, наконец-то! Великолепно, безукоризненно! Ты выиграл отличный приз! О, ты получил сумку для семян дыку. В ней можно хранить до 40 пуль для рогатки. Ух, как круто, батя! А что это мне еще скажешь? Хочешь играть? Нет, не хочу! Как хочешь, я не заставляю тебя играть! Ух ты, блин! Доброжелательный у нас тут, а! Ну ладно, идемте дальше. Сейчас что-нибудь еще посмотрим, что можно тут взять. Так, теперь следует дождаться ночи. Чё орёшь? Интересно, что бы сказала Сари, если бы узнала, что мы собираемся спасать Хиру? Так, дождались ночи, теперь идем в город. Так, тут нужна белая собака. Вот, мы ее взяли. Нужно кому-то от ее отнести, что ли, я не помню, куда ее нужно, короче, сопроводить. Эй, алло. В лучах восходящего солнца замок особенно прекрасен. Ну, круто, чё? Я нигде не могу найти своего щеночка, пожалуйста, помоги мне. А, так вот для чего это нужно было сделать. Ну ладно, что найдем твою псину. Волка твоего зверского, блин. Убийцу, блин, психопата. Слышь, пошли. Слышь. О, Ричард! Это мой малютка, Ричард. Спасибо, спасибо тебе. За это я кое-что тебе подарю. Что сердце ты получил? Собери 4, получишь целое сердце. Как обычно. Чё скажешь? Ого, нифига себе. Давайте ее, короче, украдем. И вроде бы тут собак брать можно на руки, но не в этом случае.
О, так страшно уходить ночью на улицу. Нет, я не о тебе беспокоюсь, а о моем маленьком Ричарде. Ой, это ч... понятно. Насрём под дверь. Так, теперь нам сказано идти в нашу деревню. Собственно, я вернулся в нашу деревню. И смотрите теперь внимательно, куда нужно идти. Вроде бы мы идем сюда и разговариваем с ним. С возвращением домой, Линк. А ты знаешь, что по-русски нас научили говорить Антон из Киева и Сергей из Санкт-Петербурга? Вот вам, собственно, пасхалочка, пасхалочка. Во-во. Вот я вам хотел это еще, да, показать. Но нам, собственно, нужно не сюда, а вот сюда. Нам нужно пройти в особое местечко. Так, я люблю эти синие рупики. Я возьму немножко, пожалуйста, спасибо. Вот сюда мы взбираемся. Проходим дальше. Так, что у нас тут? Забытые леса? Да, забытые леса. Собственно, нам сюда. И тут нужно ориентироваться по музыке. Где играет музыка, туда идти нужно. Но тут не слышно. Значит, если мы туда войдем, то будет кое-что не очень интересное. Мы выйдем обратно. Ну, собственно, нам это не нужно, так что мы идем налево. Хотя там музыки нет, но я вообще покажу почему. Вот почему. У нас тут интересный мужчина. Ну чё, Нави? Ну блин, Нави. School Kid, вот что случается с детьми, заблудившимися в лесу. Похоже, этот может стать нашим другом. Вот. Просто вот вчитайтесь, вот что случается с детьми, заблудившимися в лесу. Они превращаются в таких зомби, что ли? Это как-то стрёмно, знаете, для детской игры. Поэтому я эту игру даже детской не назову. Тут мы не пройдем, мы сюда вернемся потом, как только придет время. А сейчас давайте следовать за музыкой и посмотрим, к чему это нас приведет. Вот тут музыка играет, значит, сюда она. Сюда мы потом тоже придем. Тут музыки нет. Тут есть, значит, нам сюда. Так, дальше я слышу... О! Ой, я здесь! Ха-ха! Рад снова тебя видеть, Линк. Послушай меня. Где-то в забытых лесах находится священный лесной луг. Немногие могут туда попасть. Тихо, что это? Я слышу красивую мелодию. Ты тоже должен ее слышать? А-ха! Повтори тебе то, что я сказал еще раз. Нет, пожалуйста. Твоя смелость поможет тебе добиться всего, чего пожелаешь. Ё-моё, какая надоедливая сова или филинг. Я не знаю, кто это на самом деле. Ну да ладно. Так, нам сюда. Так, теперь... Не сюда, не-не-не. Вот сюда, значит. Так, отлично. А теперь куда? Ага. Вот. Нет, вот сюда. Да-да-да. Так, теперь... Сюда. Отлично. Теперь сюда. А, я туда пошел? Ну да, я сюда вроде. Да, священный лесной луг сюда. Да, отлично, я помню все-таки эти места более или менее. Ой-ой-ой. Волк, подойди поближе и нападай, когда он отвернется. О, сейчас сделаем. Отлично, так выпадают с него рупики. Слишком мало для меня. Ну да ладно, тоже сойдет на завтрак. Так, так, осторожно. Кто-то тут стреляет чем-то. Тут Деку, по-моему, есть неприятные дятелы. А, здесь тоже есть рупики, это интересно. Так, мочи, давай, стреляй. Ну чё, иди сюда, иди сюда, иди сюда, ну иди сюда. Всё, до свидания. Никакой пощады, только одна жестокость. Отлично, мочи. Всё, убит и вкачан. Так, что у нас это? Тут, а тут уже нету рупиков. Вот, блин, печаль.
Так, я не знаю, зачем это вода. Точнее, я не помню, зачем это вода. Блин, осторожно. Давай, отлично. Ну да, 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 да. Не убежишь. Все, до свидания. Так, тут ничего нет. А тут что-то есть, но я хочу пройти с другой стороны, потому что там не проходил, мне интересно. Ну, отчасти интересно. Так. Ну и фиг с тобой, давай. Давай, давай. Мочи. О, да. Так, нам только дают орехи, но они нам не нужны. А тут что-нибудь есть? О, тут есть, да. Ты, ай! Так, все, отлично, мы куда-то уже приходим. Так, а тут опять эти вот проказники, блин. Надоедливые. Ну и куда ты? Ну, давайте последнего убьем для эпичности. Не! Все. До свидания. Проходим сюда. Так. Все, я молчу. Я ждала тебя, Линк. Этот священный лесной луг — мое секретное место. Я чувствую, что когда-нибудь оно сыграет в нашей жизни важную роль. Если ты сыграешь здесь на Окарине, то сможешь пообщаться с духами леса. Хочешь подыграть мне на Окарине? А что? Нет, не хочу. Линк, ну давай же, подыграй мне. Чудес! Повторяй за мной мелодию, которую я буду играть. Готов? Нет, нет, только... Мне приходится играть против своей воли. Здорово, Линк. Пожалуйста, не забудь эту песню, обещаешь? Сыграй ее, когда захочешь услышать мой голос, ведь мы не можем все время быть рядом. Ты выучил песню Сари. И все? Алло. Сыграй ее, когда захочешь услышать мой голос. Да, да, я это уже слышал. В общем-то, идемте назад, там должно быть что-то интересное. Как было сказано в моем прохождении. Я тебе раньше проходил. Ях-ях-ях. Так, лестница, лестница. Сразу по лестнице. Так, где-то у нас вот тут должно быть что-то интересное. Вот дырка. Ну, нифига, Линк, ты мансуешь. Ты же попасть в дырку не можешь. А, нет, все-таки попал. Я, вы смотрите, какой хитрец. Источник фей. Тут не будет великой феи, насколько я помню. Тут тупо вот эти феи, которые восстанавливают жизни. Но дело в том, что их можно взять в банки, но банки у меня нет, так что придется уходить. Так, возвращаемся обратно. Тут можно, значит, прыгать по этим штукам и не париться вообще. Так, сейчас я должен вернуться назад в самое начало. Сария научила тебя своей песне. Похоже, в этой мелодии скрыта какая-то таинственная сила. Хирули наверняка еще и снимала магических песен. Когда захочешь сыграть какую-нибудь мелодию, нажми кнопку Си, на которой у тебя назначена Карина. Повторить тебе то, что я сказал еще раз. Нет. Мелодии, которые ты выучил, записаны под меню статистика. Ё-моё, это просто... Это нечто. Это, знаете, это не проводник какой-нибудь, не какой-то там архангел, наоборот, убийца, способствующий развитию шизофрении.
Ё-моё, ты просто будешь убивать, я не знаю, всех эльфов, всех людей, которые встретят тебя на пути, если всё-таки эти, блин, соу будут тебя так доставать сильно. Но моя психика ещё в порядке, так что всё нормально. Так, помните, я вам говорил, что тут мы остановимся, так что мы остановились, давайте стреляй. Отлично, шуточка, что ещё раз? Серьёзно? 3 раза просто тупо выстрелить? Попрыгунчик. А, молодец, ты отличишь попадание в цель. Ты заслужил ценный приз, пожалуйста, возьми это. Ой! Ё-моё. Чмо. Твой мешок для семян деко стал больше. Теперь ты сможешь хранить в нем 50 пуль для рогатки. О, круто! Ой, ё-моё, как я об этом мечтал. Так, возвращаемся назад. Там должно быть кое-что тоже вкусненькое. Именно сюда. Нет, не к нему, пока к нему не пойдем. Я делаю точно, как написано в расписании. И... Так, вроде бы тут кто-то должен быть. Дайте-ка... Нет, он сюда что-то не пропрыгает. Угу... Не, по-моему, тут кто-то... Да. Опачки. Это что такое? Ты что творишь? Ого, я видел его руки. Не-нех. А, я сдаюсь. А, чтобы облегчить твое путешествие, я смогу сделать так, что ты сможешь носить с собой больше палок деку. Это будет стоить всего 40 рублей. По рукам? Что ты на меня напал? С каких это пор я буду так делать? Нет! Как хочешь, тогда я пошел домой. Что за бред с этой игрой? Ну да, по рукам ты меня пытался убить. Большое тебе спасибо. Где ты можешь носить до 20 палок деку? Отлично, мне еще дают за это деньги. Скидочка, что ли, не пойму. Видите этого засранца? Мы сможем с ним подружиться. Сейчас мы на нее наведем, а Карину достанем. И будем за ним повторять. А что мне играть на нем? Нет. Не то. А, вообще-то это не песня Сари. Что? Ты хочешь песню Сари? Ты знаешь песню Сари? Мы должны стать друзьями. Вот, возьми это. Что это? Ты получил часть сердца, теперь стал статьи для части, чтобы собрать целое сердце. Что ты мне еще скажешь? Привет, скажи, ты не находишь мое лицо чересчур плоским? Я его вижу чересчур криповым. О, халявные деньги. Прячет, блин, издевается над людьми. Так, давайте сюда встанем. Так, достаем наше оружие. Ну че? Повторяй за нами нашу песню на своей корине. А, как трудно. О, ужас, еще проиграю. Ой, ужас. Замечательно, в доказательстве нашей дружбы, пожалуйста, возьми это. Что? Ты нашел обычную зеленую рупию. Хочешь еще разок сыграть? Ты серьезно, какая рупия? Ты еще, блин? Наверное, нужно ее сыграть еще разок. Если не ошибаюсь. Ладно, давай еще раз сыграем. А, замечательство. Пожалуйста, возьми это. О, уже синяя, нифига себе. Хорошо, что мне остается? Вторая жня мне спишь еще и книги. Замечательно, в доказательство нашей дружбы, пожалуйста, возьми это. Наконец-то осталась последняя часть для полного ХП. Отлично, ого, за кадр вылетел Линк. Не. Так, дальше мы сейчас подойдем к новой локации.
Собственно, нам нужно идти той стороной. Ой, блин, чертовы ананасы. Так, спокойно. Сорняк, его слабое место корни. Вот это вот писулина у него. Извините, пожалуйста. Да ё-моё, нет, не бей меня. Я не хочу умирать. Черт, блин, ну как его? Вот, вот. Умри, умри. Умри, грешник. О-хо-хо, нифига себе, он взорвался. Термоядерный реактор вышел из-под контроля. Так, ладно, продолжаем наше путешествие. Что? Как ты меня вообще заметил? О боже, нет. Уйди отсюда. Так, по-моему, он летит со мной, не уверен. О нет, мой любимый друг. Да вы что, угораете что ли? Нет, пока. Ай, они мелкие. О, Линк, подожди. Ага. Если ты пойдешь прямо на юг, ты попадешь к озеру Хилия. К западу отсюда лежит долина Герона, а где-то на другой стороне находится лагерь разбойников. Ты волен идти куда захочешь, но не забывай о своих главных целях. Ха-ха. Повтори то, что я сказал еще раз. Не бойся трудностей, которые ждут тебя впереди. Ха-ха. А, чертова сова, до свидания, мальчик или кто? А кто это вообще, мальчик или не мальчик? Вы что-то мне надоели. Нет, не вы. Так, спокойно. А, они так взрываются. Ну ладно. Нет, с тобой не хочу драться. Так, по-моему, нам сюда. Вроде бы. Я не уверен. Но я уверен на 70-80%. По-моему, все-таки нам сюда. Так, нужно прочитать, что же тут. А, долина Геруда. Да, нам сюда, отлично. А, отлично. Так, ну давай уже, проходи через... Нет, он не проходит. Обязательно нужно сделать такую длинную тропиночку. Так, ой, кто это у нас такие? Долина Геруда. Так, что это? А ну-ка. Степь Херула, нахрен надо. Так, это мы бросать, наверное, можем. Тут одни какие-то паучки, тараканы. И больше ничего нет. Так что, собственно, просто не обращаем на это внимания. И тут у нас интересная штучка. Но, к сожалению, даже если я его убью, то это ничего не изменит, так как я достать не смогу все равно. Ну, и, собственно, он исчез. Так что, в любом случае, нам ничего не получится. У нас ничего не получится. Так, что это у нас? Купание запрещено. Ну, блин, а я так хотел прыгнуть вниз и искупаться. Вот прям вон туда, да. Я прям так и жаждал это сделать, Лю. За этими воротами находится крепость Геруда. Парням вроде тебя нечего там делать. Ну, блин, какая жалость. Смотрите, какой прикол, издеваемся над животными. Берем... вот эту вот штуку интересную. И летим. А, я туда еще полетел. Нужно правильно рассчитать полет. Что значит бросить? Бросай. Это бесится еще. Как ты вообще жива еще? Ты видишь перед собой участок рыхлой почвы. И чё? Я вижу перед собой... штуку, чтобы таранить головой. Так, алё, корова. А зачем ты так рисковал? Спускайся, да? Что? Ты хочешь спросить меня о том же? Ну ладно, плывя по течению этой реки, ты попадешь прямо к озеру Хилия. Да. Отлично, она повторяется. Ну ладно, как знаешь. Так, собственно. Тут больше ничего, что ли? Я чего-то не понял. Почему я там видел лестницу? Чё орёшь? Им подсказалось, что священный камень огня спрятан где-то возле горы смерти. Да я знаю.
Знаю я все, знаю. Лестница, блин, беспалевная вообще. Так, далее нам нужно идти сюда. Так, да, как я и думал. Так, тут должна быть интересная заначка. Да, вот она, вот она. Вот она, собственно. Ну давай уже, залезай так. Отлично, ты получил часть сердца, теперь у тебя стало на одну ячейку энергии больше. Великолепно, но, по-моему, я еще одно сердце пропустил, поэтому мне, блин, придется сейчас очень долго. Ладно, короче, сейчас я вам покажу, где еще должно быть сердце. А, озеро Хилия. Ё-моё! Он сейчас опять орать будет. Нет, это другой. Фу, я думал, это опять филин, который мне надоел уже. Сколько он вообще может, блин, надоедать. Так, давайте сюда. Пойдем. Пойдемте. Давай, что ли. Степь Хирула. Ну, неудивительно. Так, нет, только не ты. Нет. Шизофрения у меня не одобряется. Не надо со мной разговаривать. Нет, молчать. Все, молчат. Все, он молчит, все. Ладно, так, я ускоряю съемку. Нет, что ты там опять делаешь? Нет, телепортирующаяся сова, не надо. Не делай этого. Подумай о моей психике. Нет, до свидания. Собственно, я обратно пришел. Смотрите, что нужно сделать. Берем нашу курочку. Так, и так. Куда бы нам зайти? Опачки, чё это у нас тут? Опа. Нам нужно сюда. Так, я успею ещё? Да, я успею. Отлично. Долбимся головой, находим сердечко. И все у нас круто в жизни. Все, радуемся. А, чё не радуешься? Радуйся. Как он только не умрет с этой высоты. Ё-моё, Линк, ты тот еще проказник. Ё-моё. Так, ребзя, я еще заранее извиняюсь за некоторые неполадки. Там FPS где-то будет проседать. Это потому что я немножко там покосячу с видеоматериалами. В общем, возможно, есть такая проблема немножко, но, возможно, вам это не бросится в глаза, но это там недолго, то есть не на всем видео. Так что радуйтесь. Так, а мы, собственно, продолжаем. Куда? Так, ну чё, ребятки, отправляемся в нашу деревню Кокорико, или как оно там называется. В общем-то, пора нам идти к горе смерти. Короче, сейчас мы дойдем, в общем-то. Все увидите, все познаете. Вон, собственно, наше местное значение. Вот из замка мы вышли, да? Так что давайте мы сейчас дойдем. Я, наверное, сейчас перемотаю все, чтобы вы долго это не смотрели. Вот, собственно, мы на месте. Что у нас тут? Деревня Кокорико. Здесь начинается тропа горы смерти. Ну, а ладно, мне пора дальше идти. Так, ну еще посмотрим, еще сделано это деревня. Деревня Кокорико. И ну что, дядя, что ты скажешь мне? Эй, паренек, что ты делаешь один на улице в такой поздний час? А, я понял, ты проверяешь свою храбрость? В таком случае тебе следует сходить на кладбище. Погоди-ка, я ведь на посту и не должен ни с кем не разговаривать. День-дон, текущее время 06:13. Деревенское кладбище находится на восточной окраине Кокорико. Я слышал, что можно вызвать души умерших, сыграв древнюю королевскую песню. Ну ладно, ну,
ребзя, а мы продолжим наш путешествие в следующей серии, так как я уже устал, и я чуть не умираю уже от всего этого, да? Так что, давайте, до свидания, до следующей серии, пока!